Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. И что, это третья часть прохождения «Одни из нас». Я пока сразу нажму, потому что загрузка здесь очень долгая, а при загрузке я уже все и расскажу. Вот, напоминаю, что на Твиче проходят стримы. Ссылка есть в описании там под роликом. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Также вы можете всегда там найти, с кем поиграть, ребят. Ссылка тоже есть в описании, переходим, подписываемся и радуемся. Думал, как раз во время загрузки я успею это все сказать. Да, загрузка только еще началась, загрузочка она идет такая вот нерасторопная здесь вообще вот в принципе. Вот, сегодня что у нас? Тут какие-то обновления, фиксы какие-то были, какая-то фигня. Давайте посмотрим, что у нас из этого всего получилось. Теперь надо найти выход отсюда. Давай искать. Так, мы тут где-то, короче, оказались, да? Так, приступим. Значит, у тебя иммунитет? О, верстак! Считает. Пистолет, кобура. Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Модифицировать, ну-ка. Я любила удрать. Я училась в армейской школе магазина, интернате. Скорострельность. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Куда полностью закрыт проход. Давай-ка мы магазин увеличим. Потихоньку. Что-то они там пока разговаривают, короче, он прям крутит, смотри. Один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Марлин видела, как тебя укусили? Нет. Ну и, в принципе, скорострельность давай. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. И назад. За нее можешь не волноваться. Очень даже неплохо. Вон, ну как это все работает. Так, и теперь что у нас? Перезарядка. Два патрона плюсом, слушай. Это неплохо. Опа, а тут что такое лежит, смотри. Бухло и таблетки? Он тут может бухать? Так, а что я за ними зачем вообще пошел, да? Я тут прошелся по кругу. А, все, я вспомнил, мы тут закрылись. Вот же дверь есть. Давай, дергаем. Оп! И она оказалась открыта. Патрончики. Ну, револьвер, конечно, мне не нравится. Плохо, что нельзя его, типа, разобрать. И что-нибудь сделать из него, ну, на запчасти его, так сказать, пустить. Вы в каком-то музее, слушай, да? Что-то мне не понравился этот звук. Ну-ка, ваза. И что, нельзя ее разбить? Да, ё-моё. О, чёрт. Простите, я случайно. Таш. Извините. Идем, не отставай. Это я хотел разбить. Ты чё? О, коза. Так, а что у нас создание разное, параметры загрузить, начать выход. Я забыл, как заходить в этот в свою сумку, в самую подсумку, сумку. А, тап может быть? О, тап, да. Ножи мне там посоветовали создавать ножи. Мы, наверное, их тоже будем создавать, они там типа что-то это. Ну, такие прикольные. Ну, типа надо зачем-то. Я понял, что здесь сейчас будет. Старый музей. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Ух ты. Че, ничего нету? Ё-моё. По-любому этот шкаф отодвигается. Нет? А куда дальше? Во. Чупок. Давай, поднимайся. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли. Сейчас как упадет на них, придавит. Я жив. Так, а мне не пройти, да? Я обойду завал. Опять они. Тесс. Бегом, бегом. Так, мне надо теперь как-то это дерьмо... А как мне это дерьмо обойти? А, во. Тесс.
Так. Он! Тихо, братан. Дверь дай, дай. Отстань от меня. Я немножко это... Насерекал. Самую малость, у меня аж это... Ладошки вспотели. Блядь, чё она ко мне-то идёт? По-любому спалюсь, да? Да ёб твою медь. Икают. Так, мне надо как-то её это... Сзади напасть. Тихо. Отдыхай. Понятно. Я все понял. Тихо. Блять, попал в голову. У меня нет больше патрон, да? Офигеть. Что-то а ноги-то не... Блять, тут кирпич был. А ноги-то что-то у них не отлетели. Теперь у меня только кирпич остался, да? Наверное, давай-ка палку-копалку возьмем. Хотя бы хоть как-то нам чем-то с ними справляться. Без патронов-то это... Это беда. Это полнейшая беда. Так, они, наверное, наверх куда-то убежали. Девчонки по-любому наверх свалили. Блять, там что-то у них происходит. Ой. Я думал, попаду. Вот так. Блять, патроны. А, револьвер. Три. Блять, пока сменю оружие, а их убьют там. На М. Где М? Во. Точно, у меня же в револьвере есть еще патроны. Нормально. Эй, идите сюда. Элли. Надеюсь, ее не укусили. Блять, что? Блять. Да нет! Да нет же, да нет же, да нет же! Ненавижу револьвер, блять. Я ненавижу револьвер, мне пиздец. Shift, бегите. Опасно. Я ненавижу револьвер. Он стреляет, как говно. Блять, мне пиздец. Нет! Нет! У меня один патрон, я перезаряжаюсь, подожди. Блять, да что ты будешь делать там? Я в твою медь. О, патроны. Да ты чё, блять? Фух. Нет, еще что-то есть. Да почему с него не попасть? О. О. Черт, еле отбились. Так, хилиться. Надо побыстрей бы. Да ёб твою медь. Во, вот так. Нет, что-то с револьвера вообще нереально попасть. Нифига мне не нравится это. Вот, еще патроны, да? Да? Так, бутылку давай мы возьмем. Она нам пригодится. Что, с вас больше нет патронов? Вот он, что-то есть. О, черт. Прекрасно. Ух. Тесс, с тобой все в порядке? Запыхалась просто. Ее, походу, укусили. Пойдем на крышу. Ну а ты как? Нормально? В каком смысле? Пока дышишь? Вроде да, только очень часто. Ничего, сойдет. Ну, тогда я нормально. Ну, понятно, чё.
Так, мы почти дошли, да? Нам на ту сторону. А вы подниматься будете? Вы что-то долго идете, ребят. Пейзажами пока полюбимся, пока они тут поднимаются. Светает. Подожди, или что, они сюда не хотят идти? Вы что там? Уснули? У нас еще все еще впереди. Не залазить, да? Наконец-то, нам туда. Вон туда нам надо. Нифига как далеко. Слушай, они там вроде все за одну серию прошли, да? А как нам туда попасть? Ничего не открывается, не открывается. О, подожди. Отойди. Доска. Сказали бы сразу, что доску надо взять. По-любому сюда, наверное, надо положить ее, да? О, давай. Оп. О. Ну вот. Только иди осторожнее, она немного... гнилая. Что-то она так прогнулась под ее весом. Интересно, мы перелезем, нет? Хотя вроде прошли. Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... Вид прекрасный, вид согласен. Вообще согласен. Идем туда. Ой. Эй, соберись. Сейчас все будет сделано. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Что-то Тесс не договаривает. Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Слушай, мне кажется реально, что как будто графика здесь сама своей жизнью живет. Она то сначала какая-то такая, а потом какая-то она другая. Вообще. Я так понимаю, это вот сюда, наверное, надо притаранить, да? Ну-ка, вот так, да? И вот сюда, да? О-о-о! Сейчас как... Вот не знаю, что... Надо прям... же. Воу. Финишная прямая. Блядь, ну реально красиво. Очень красиво прям вообще. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Мы тут немножко по воде пройдемся. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Но графика как будто реально, она сама иногда понижается, а потом повышается. Как-то вот она живет прям своей жизнью прям. Ну погнали, чё. Нет. Нет, нет! Вы всех убивали, блядь? Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла.
Но почему? Что такое? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Капец. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Стереть слыха! Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Капец. Вот и вся бригада Ух отъехала. Ну, почти вся. Слушайте, а в сериале было, что тут на них эти зараженные напали? А тут, получается, военные какие-то. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Не говори. Пошли наверх. Может, там есть выход. Надо идти дальше. Ну все, ее убили. В сериале, слушай, по-другому они сделали. В сериале они, получается, на них напали, и она... Она пострелила двоих моих ребят. Она просто взорвала себя. Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Господи. Есть, сэр! Ее убили. Я думал, блин, а зачем они так поменяли? Вот ворвутся. Да бежим уже, давай. Уже помчали отсюда быстрее. А, вот так, прыгай. Опа. Это что, автоматик или ружье? Ружье, походу, слушай, да? О. Прицелчик бы еще бы сюда, да? Охотничья винтовка. Патронов здесь ничего нету у нас? Вроде ничего нету. И что теперь? Джоэл! Вижу. Мы сейчас это все обойдем. Или нам придется с ними махаться? Так, винтовки 2 патрона только, да? Блин. За мной, идем. А что, у меня игра лагает, что ли, или нет? Ебать! О, стоп тебя! Подожди, у меня перезарядка, друган. Подожди, пистолет! Тихо. Так, а винтовка у нас на 2, да? Попали. Патроны есть так, у вас? Все, идем, Элли. Да, иду. Так, ну пистолетик, ладно, это уже хорошо. Перезарядочка небольшая.
Так, я думаю, нам вообще, наверное, так. Я видел, что-то игрушка немножко подфризживала у меня. Я тут немножко пошаманил с настройками. Мне кажется, что-то это нормально. Блин, вот она сегодня обновилась, что-то вот скачалось, и опять пришлось в нее лазить. Долбаные упыри. Оптимизаторы, вы почему занимаетесь такой фигней? Вы почему не можете сразу взять оптимизировать и чтобы все было хорошо? А? Как это вот так вот? Что нам делать? Сейчас, мне кажется, она лучше стала идти. Как отсюда выбраться? Прям намного лучше. Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Так, а у меня... Вот надо перезарядить, если что, сразу снайперку мне. Мне кажется, реально, вот сейчас это маленько стало даже поприятней. О! Держи их! Тихо, пацаны! Ё-моё! Ё-моё! Два патрона. Ты что, не умер? От снайперки? Там такой калибр. Тебе в плечо залетело. Как будто кто-то сзади у меня. Так, патронный пистолет. А, у меня девчонка сзади, да? Маленькая девочка. Еще один, да? Прикрой, я иду! Куда? О! Подожди, а ты кто такой? Ах, вы так решили, да? Три патрона. Три патрона на тебя потратил, засранец. Отдай мне патрон. Блять. И у него нет патронов, да, я так понимаю? Дерьмо какое-то, что у него нет патрончиков-то. Я его не вижу. Конечно, потому что вот он я. До свидания. Так, у тебя есть патроны, это хорошо. Где ты еще был, чувак? Бинтик. А, бинтик он сразу применяет. Где? Ты че? Ты че? Револьвер. Да уж. Заберите у меня револьвер, я не хочу играть с ним. Пожалуйста, сломайте, продать дайте его. Или еще что-нибудь, дайте что-нибудь с ним сделать просто-напросто. Смотри, там лестница. Ага. Пригнись. Пойдем через туннель, короче. Так, перезарядим давай все оружие. Здесь, я думаю, нам понадобится фонарик. Но мне кажется, да, вообще поприятнее стало найти. Ух ты, с пулеметом! Твою мать! Ай! О-о-о-о-о! Тихо, тихо, давайте, не стреляйте. Надо валить отсюда. Пригнись. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу позицию. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Нифига себе. Заметил? У нее нет, даже так. Здесь никого. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Вы на меня прям идете? А? Ты слышал? Да, я слышал. Будь начеку. Зачем ты еще это взял? По чуть-чуть. Бля. Блин. Их тут нет. Все, валите отсюда, значит. Нас тут нету. Все, уходите. Ни хрена тут нет. Понял, идем тогда. Черт. Все.
Все, валите давайте. Не будем их убивать, короче, пускай они так мимо пройдут. Никому ничего не сообщат. Тут никого нет, а у тебя? Здесь тоже. Или вот жесть. Или что, вас придется все-таки убить? Валите, ребята. О, тут что-нибудь есть у нас, слушай. А, или нам вот сюда надо было пройти, наверное. А. Это выход, который не работает. А как они туда сюда не выйдут? Короче, их надо убивать, я понял. Он бегает со своим фонариком дурацким. Короче, братан. Нет, у меня пусто. Здорово. Сейчас все, он его позовет и придет, значит, на его труп. Ну, придет его искать. Пистолет, дай патроны. Они сейчас с пустой обоймой, что ли, ходят? Почему нельзя их взять? Где он? Ой! Ну, понесла! Кого? Куда? Давай, вот так вот. Оп! Все, что ли? Ладно, ладно, слушай. Без глупостей. Успокойся. И чё? А, либо можно его отпустить. А, нет, нельзя. Ну, значит, вот так вот. Так, у тебя тоже нет патронов, да, на пистолет? Ой, засранцы. Извиняюсь, кстати, если кто посмотрел первые 20 минут и охерел от того, что как игра фризит. Какие есть подлаги. Ой, фонарик надо включить. А потом какая тема произошла. Ну, а потом, типа, вы смотрите нормально. То есть, как бы, ну, вот. Мне показалось, что сначала, что это, типа, просто стримлап сгонит. Блядь. Что-нибудь придумаем. А как ты бежишь? Я что-то не понял. Надо как-то сейчас ее переправить, да, я так понимаю? Или ее на руки надо взять? Братан, ты че плывешь? Она-то стоит. Блять. А ты не хочешь ли, ну, пройти? Я, ну, отойти, я не знаю. Че она встала-то и стоит? А мне вообще куда? Нырнуть. Опа. А маска под водой, она как-то работает? Слушайте. Она тоже, типа, в ней можно дышать под водой? Или как? Ну, в смысле, ну, дышать. В смысле, дышать. Ну, вы... Элли! О, пролезла. Не дышать, а это. Ну, то, что она намокла, и с ней, типа, все хорошо стало. Нормально. Я вот про что. Кто лежит? Фонарик нашла она себе, смотрите. Смотри-ка, еще работает. Твой контакт, парень по имени Фрэнк, это мой торговый партнер из внешней зоны. Ему нужно в К3 быстро встретиться. Вы его виза, бумага. Его черт носит уже 2 часа. Тут торчу как идиот. Так он и не смог отсюда уйти. Ждал торговца и не дождался. Так, ну нам с ней вот сюда придется идти. Только не оставляй меня тут. Опять нырять. Так, теперь наверх, я так понял, да? А, нифига. А
как? Мне как-то ее надо протащить, да, я так понимаю? Или здесь мы что-то должны найти? О. Собирай быстрей. Что-то я там нашел. Кулон цикад какой-то. Я задыхаюсь, наверное, да? Ага, вон, а, вон наделение этого кислорода. Давай-ка еще... Блин, там таблетки были. Больше тут ничего нету интересного? Вроде нет. Так, поплыли наверх. Вот тут какие-то таблеточки надо взять. Где тут? Во. Это мы забираем. И уплываем вот сюда обратно. Тут, я так понимаю, нам нефиг делать. И что там внизу? Просто тупик. Вот, вот она и лестница наша. Там лестница. Может пригодиться. А я до нее только допрыгнуть не могу, да? Как мне туда залезть? Это вот сейчас вот... Слушай, а мы тут разбежаться и прыгнуть получится, типа, нет? Ну-ка, вот так вот. А, он не прыгает. Я забыл. Тут же нельзя прыгать. И как мне эту лестницу забрать? Поплыли дальше, что? Сколько здесь? О, плотик. Понятно, мы ее сейчас притащим. И она нам достанет лестницу. Я все понял. Давай, залазь. Залезай. Чего? Эли. Залазь давай. Ладно, ладно. Че ждет-то, а? Ну, прыгай. Осторожней. Спокойно. Маленькая засраночка. О! И чё? Ну теперь, я так понимаю, скидывай мне лестницу. И я залезу. Вот. Только интересно, здесь насколько большая глубина. Утонет ли она вся или не вся? Давай. Ну. Прекрасно просто. Че, накупались и... Пошли дальше? Так, и теперь скорее отсюда. Это все... Это же... Это все люди, типа, да? А, нет, это типа просто гриб так разросся. Ну или, наверное, это... Слушай, наверное, это все-таки люди, это все. Насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. Совершенно верно. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Машину? То есть здесь все-таки можно будет покататься? Да? Можно будет все-таки погонять? Нам туда. Кстати, вниз, а в сериале... Срежем, так быстрее. В сериале не показано, чтобы они маски одевали. В сериале Ух этого ты. Не было. Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха.
Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Знаете, что я заметил? Система... Вот сейчас ролик прошел. Система прорисовки как другая стала. Она как будто меньше. Вдаль она как будто мультяшная получается, а спереди как бы, ну, нормально. Что-то они, короче, опять в патче намутили и сделали какое-то дерьмо опять у них. Когда они уже, блин, это все исправят? Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Да, сейчас обход найдем. А это, я так понимаю, он к этим... мужичкам пришел сейчас, типа, да? Дерьмо. Из третьей серии. И здесь не пройдешь. Ты это видел? О, доска. Так, а куда ее поставить? Ну, наверное, не к забору. Он, наверное, не догадается, да, поставить палку к забору и полезть, типа. А, во. А, нет, это просто положить, да? Подожди, что-то я это... К этой штуке он тоже не сможет лезть. Или все-таки, подожди, стой, или наверх он ее реально может поставить. Вот сюда. Нет? Нет. И сюда нет. Правильно? Положить. Во. А, нести. Что-то я не понял. Так, зачем мне эта палка-копалка? Стой. Подожди. Вот тут мы можем сейчас ее, наверное, засунуть, да? Девчонку мы подсадить можем куда-то? Она уже песни поет из-за того, что типа, ну хорош тупить, я, говорит, тебе все подсказала, да? А вот на эту тему мы можем залезть? Нет, тоже никак. Блять, я идиот. Все, я понял. Вот же стоит. Я палку вообще к забору поставил бы, да по палке бы залез бы, и все, и перелезли бы это дерьмо мы. А тут мы сейчас занимаемся вот такой вот фигней. Это сюда положи, это туда положи, там то впереди, и все впереди, и все будет хорошо тогда. Все, погнали. Я понял, что нам надо сделать. Давай, оп. Заменить. Слушай, нифига себе, смотри, труба какая. Прекрасное оружие, я смотрю. И оно, наверное, не сломается еще. Надеюсь. Оно не сломается, никуда не денется. Так, теперь давай вот сюда и вот так вот. Оп. Так-то лучше. Все, погнали. Так, нам надо... Это ты бил? Где вы встречались? Это он горит? Когда как? Ты здесь раньше не бывал. Когда как? Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Бил. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Оп, и далее как прыгает, прикольно. Что такое? Не понял. Стой тут. Тихо. Офигеть, и наша палка сразу сломалась. Серьезно? То есть палка сломалась? Так, надо аптечку вообще создать, да. Я прям видел, как эти отлетели. А это что? Он что, камень, что ли, взял в руку?
сюда. Опа. А зачем нам в дом? Может, тут есть что-нибудь интересное? Опа. Так. Это все собрать. Патронов. Дайте патронов. Ты в порядке? Я учусь свистеть. Не умеешь ты свистеть. Это похоже на свист? Вас сейчас щелкуны убьют, а ты свистеть пытаешься? Не забыть собрать больше таблеток, попытаясь раздобыть патроны. До следующей встречи с Тесс. Всего 3 недели. Упачки. Тут кто-то, Тесс уже хотела с кем-то, что ли, встретиться? Пошли, свистулька. Как говорится, свистни туда, там дырка есть. Какая плохая... Опа, плохая, нехорошая шутка была сейчас в данный момент. А, ну это спуск. Где-то вот тут вот у нас кряхтит еще. Твою мать. Спит, отдыхает, смотри. Оп. Давай, 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 давай. Оп. По-быстрому. И ножик сломался сразу у нас. Слушай, а походу через дом надо было, наверное, как-то пройти. Или нет? Или может вот здесь вот поверху? Нет, тоже. А, во! А вот это что? Это закрыто, я понял. И вот это тоже закрыто, да? А, черт, закрыто с другой стороны. Подсади меня. Понял. Не, плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Лезь давай. Подсаживай ее. Во, ладно. Во, неужели? Вставай. Только открой, и все. Ладно. Сейчас по-любому кто-нибудь тише нападет. Ага. Открывай давай. Ну вот. Та-дам. Молодец. У меня 2 трубы, спасибо. Да? Спасибо. Ну... 2 трубы мне, в принципе, не надо. Голуби. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Суп с котом. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Для эвакуации. А багажники не открываются? Ничего здесь не проверяется такое, да? Так, ну там мы сразу, я вижу, что мы не пройдем. Опа! Открытый магазинчик. Может быть, здесь у нас что-то... Ва, у нас здесь что-то есть. Убаль! Ты чё меня пугаешь? Вот двери есть, ты можешь за мной ходить, блин. Патроны на револьвер... Почему на револьвер патроны он собирает и не говорит, что типа у вас уже все заполнено? А на пистолет мне сказал. Опачки. Эти 4 зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Это записка тест, которого что вот было. Это типа, наверное, оттуда и обрывочек у нас. Ой, тараканов. Опа, чуть не пропустили. Болтики, фляжечка, фляжечка, болтики. Это нам все пригодится, это нам все нужно. Как говорится, в хозяйстве бычий. Как-то грустно. Веревка. В смысле? Ну, здесь только музыки. И никто ее не слушает. Потому что если мы ее начнем сейчас слушать, к нам тут сейчас прибежит очень много всего вообще. Непонятного и страшного. Ах ты... Обалдеть! Это еще что за фигня? Это Билл ловушек наставил.
Значит, мы идем туда, куда мы идем. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Мы идем именно к этому Биллу из третьей серии. Помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто Билл смотри, куда идешь. Наверняка. Лестница. Наверное, на машину можно будет залезть. Переберемся на ту сторону. Оп. Все получается. И у меня тоже третья серия. Из той истории, да, я так понимаю. Опа, еще смотри, стрела. О, лук. Смотри-ка. Какая бесшумная тема. Мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. А давай-ка, да. Защищаться. Ой, иди в жопу. Тебя. И не мечтай. Пока рано тебе еще это. Всем этим там заправлять. Все чисто, залезай. Угу. Черт. Палку-то надо брать с собой. А, блять, а ее получится взять? Наверное, получится, слушай. Тихо, надо... Да нет. Да, блядь. Вот я ненавижу такую вот херню в третьем лице, что ты куда-то на лестнице не так нажал, и все. Давай, нести. Подымай. Давай вот сюда положить. Ты-то что лезешь? Иди. Вот, вот и лук она еще хочет. Вот с тем, что она не понимает, что она творит, она себе по-любому в ногу или в ногу себе выстрелит. И все. А мне потом бинтую ее. Носи ее на плечах. Ну или я не знаю где там, или волоком ее за собой там на веревку цепануть и можно донести, в принципе. Я тоже думаю, неплохо. Хоп. Лук. Ну-ка, давай. Опять. Блять, нихуя он не держит его. А чё, не убивает, что ли? Ну, чё-то... Теперь слушай. Две стрелы? Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Стрелы я подобрать это свои не могу. Важно. Он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. То есть, стрелы, короче, из трупа я только что смог вытащить, а, так сказать, со своего трупа я не смог вытащить стрелы. А, отойти надо, ты боишься? О! Ё-моё, вот это фартануло. Ты, надеюсь, пригнешься тоже? Молодец. Молодец вообще. Посторонним вход воспрещен. Слышал? Да. По-любому надо сейчас открыть дверь, чтобы она взорвала вот это дерьмо нам. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Это хорошая шутка была. А кто убежал? Кто сейчас убежал? Во, опять. Банки, склянки. Я вот ведь слышу это все. И инфаркт, скорее всего, у меня сейчас случится. А не у нее. Блять, стоять! Ой. Смотри, я чуть в штаны не наложила. На нос ей брызнуло. Раз уж мы здесь, давай осмотримся. Немножечко на нос брызнуло, самая малость. Рэйчел.
Солдаты обходят дома и загоняют всех в автобус и кричат уже в соседнем доме. Скоро придут за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже идет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи, Эзра. Блядь, Эзра? Что-то тоже знакомое. Я в сериале где-то слышал. Думаешь, это Эзра. Нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Где-то я это слышал. Так, ну типа все. Я так понимаю, надо уходить вниз и пытаться разминировать отсюда ту хрень. Ясно. Как мне раз... Ты что, трусами зацепился, что ли? Как мне разминировать вот это вот дерьмо? Ну-ка, если вот так сделать. Я все правильно сделал. Офигенные штуки. Только ну, как вариант. Мне надо было отойти. Я бы еще впритык бы это бы сделал бы. Сейчас по-любому комментарий мне допишут. Типа, впритык надо было. Ты что, дурак, что ли? Подходишь впритык и... Смотри под ноги. Кидаешь. А вот это как? Так, видишь? Назад. А, это тоже надо туда кинуть, да? Давай теперь мы отойдем. Так вот, хоп. Во. Идем. Смотри, теперь получается все. Котеночку. Держись рядом. Да зачем мне патроны на револьвер? Ну куда ты их складываешь? Ёб твою мать! Я сейчас. Да чтоб тебя бил! Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Бля, мне кажется, сейчас какая-нибудь тварь прибежит. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. А как так вот? Ну ладно, не будем бодаться в подробности. Блядь. Вот и они. А ничего, что я вообще ничего не вижу, а сейчас я еще с револьвера, блядь, стреляю. Эли, ты скоро? Блядь. Перезарядка вонючая. Блять, я промахнулся! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет! Да блять, я жму! Бей ты его, блядь! Ёб твою медь! Вот так! Блять, эта хуйня прибежала! Зачем мне револьвер этот ссаный? Они сейчас явятся! Сейчас! Блять, отстрели вот эту хуйню сам! Меня еще выше подняло. Ты цела? Да. Продолжай. Эй, лови. Чё это? Спасибо. Чё ты мне кинула? Зараза. Давай. Не ну-ка, чё? Быстрее. Эй, я тут. Вот так вот. А то я могу бить через забор, нет? Блять. Хватит за ней бегать. А чё она носится-то? Режь верёвки. Я уже близко. Блять, я ублю. Да ёб твою медь. Блять. Револьверы дурацкие. Режь, собака, уже, блять, режь. Что, надо нажимать какие кнопки? Да давай. Давай, чего растел? О, вот он. Блять, я не хочу револьвер. Надо бежать. А. Ё-моё!
Быстрее! Давай, отворяй ворота! Отворяй ворота! Блять! Ёб твою медь, закрывай! Быстрей! Не тормози, здесь опасно! Иди, иди! Через дверь! Валим их! Другого пути нет! Эли, постой! Эли! Кого валим? Блять, патроны! Друган! А как сменить-то, блядь, вот почему вот такая вот смена-то оружия здесь дурацкая-то, а? Ну почему вот так вот-то? Дай мне мачете. Блядь, стой, вот так, видишь, труба есть в натуре, ёб твою медь-то, а? Собирай давай это все по-быстрому. Черт. Твою мать, они приближаются! Не провались! Да все. Дайте мне залезть. Открыто, скорей! Давай. Это было очень страшно. Пронесло. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал, ладно. Встать на колени! А чё, почему? Я не шучу. Я... Да остыньте. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали. Сиди и не дергайся. Оу! Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Получил? Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да сериале-то они умерли. Хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Вон она сейчас будет. Мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Но в сериале вообще все было по-другому. Берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Вот прям вообще все было, все вообще. Ну, по-другому маленько. Так, надо сохранить. Жмем сохранить. Да. А. Ой, куда? Вот сюда надо. Правильно? Вот сюда надо, да. Во. И на этой прекрасной минуте я заканчиваю этот ролик. Так что, ребят, не забываем подписываться на канал, писать свои прекрасные комментарии. Также напоминаю, что есть Twitch, Discord, на Twitch стримы, в Discord все новости. Плюс вы можете всегда с кем-нибудь поиграть там в Discord. Вот. Ну и всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Перетерпел 20 минут начала, потом 20 минут посмотрел хорошо. Ну, я надеюсь, что с качеством там все прекрасно и все круто было в конце, но не в начале. Вот. Так что, ну, на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения и до следующего ролика, ребят. Пока-пока. Чуть не забыл, кстати. И с новым обновлением у меня опять сейчас комп жарит как не в себя. Просто я сижу, сейчас пойду, наверное, в ванну. Меня пот херачит просто вообще жестко. Вот, так что все. Теперь пока-пока.